Вы смотрите «Вести», продолжим выпуск. 40 тонн дикорастущей конопли уничтожили донские полицейские. Как сообщили сегодня в Главном управлении МВД по региону, во время спецоперации правоохранители вместе с казачьими дружинами ликвидировали около 100 очагов, на которых росло опасное зелье. Общая площадь земель, занятых наркосодержащим растением, превысила 20 гектаров. Профилактические мероприятия по выявлению незаконных посевов продолжаются.